Оказывается, наша планета не раз переживала тяжелые времена. Ледниковые периоды сменялись зноем, раскалявшим поверхность планеты. При этом жизнь не переставала существовать, а человечество смогло достичь небывалых высот. Но недавно ученые заметили, что температура на Земле растет слишком быстро. Означает ли это начало конца цивилизации? За миллиарды лет условия на планете кардинально менялись не раз. Вначале Земля была шаром из кипящей магмы, где жизнь была невозможна. Посмотрите на Венеру, чтобы понять, как выглядела планета в эпоху Катархия, более 4,5 миллиардов лет назад. Геологические процессы были очень активны. Земля кипела, вулканы постоянно извергались, изменяя ландшафт и заново формируя поверхность планеты. Затем наступила относительно спокойная эпоха, когда мир перестал быть таким опасным. Не хочу утомлять вас геологическими терминами. Лишь уточню, что когда в небе появилась Луна, ситуация начала улучшаться. Земля остыла, появилась вода, в которой возникли самые простые формы жизни. Тем не менее, чтобы создание размером с насекомое увидело свет, потребовались сотни миллионов лет. Развитие планеты проходило негладко. Возникшая жизнь кардинально поменяла облик Земли. Первые крошечные обитатели моря выделяли огромное количество кислорода. Так же, как люди во время дыхания выделяют углекислый газ, так возникла атмосфера. Но существа не смогли приспособиться к таким условиям, поэтому вымерли. На смену им пришли другие, и цикл продолжился. За миллионы лет на планете случилось много катаклизмов. Благодаря исчезновению первых организмов возник озоновый слой, который разогрел планету, повысив при этом влажность. Затем произошло извержение супервулкана. В воздухе оказалось много парникового газа и пепла. Планета начала остывать. Ледниковый период продлился десятки миллионов лет. Лед начал таять, и на поверхность стали осторожно выходить новые обитатели. Но упавший на Землю огромный метеорит уничтожил жизнь, которая только начала развиваться. Так происходило на протяжении миллионов лет. Земля замерзала, затем оттаивала и вновь покрывалась льдом, чтобы снова стать теплой и процветающей. Этот процесс кажется естественным и, по-видимому, является жизненным циклом планеты. Ученые отмечают, что главным виновником таких изменений всегда был углекислый газ. Когда его содержание в атмосфере достигает критического уровня, температура на планете значительно повышается. Это происходит на Земле уже более сотни лет и вызывает серьезные опасения. Дело в том, что раньше углекислый газ копился тысячелетиями, прежде чем повлиять на климат планеты. Но сейчас за последние 150 лет средняя температура поднялась на 2 градуса. Для сравнения, в прошлом 10-градусный прирост температуры происходил как минимум за 10 тысяч лет. Уверен, вы знаете, что последние 150 лет были временем бурного промышленного развития. Выбросы углекислого газа возросли многократно. Это, конечно же, повлияло на атмосферу Земли. Парниковые газы распространились повсеместно, нагревая поверхность планеты. Если так пойдет и дальше, через 200 лет в Антарктиде появятся горнолыжные курорты. Но наука не дремлет, и учеными предпринимаются меры, чтобы замедлить процесс глобального потепления. Но это не получится остановить. Так что лучше быть готовым. А к чему конкретно? Давайте выясним вместе. Ледники на севере и юге быстро исчезают. Возьмем, к примеру, ледник Мьюра на Аляске, который буквально за 60 лет превратился в озеро. Другие ледники Аляски, а также Гренландии и Антарктиды тоже уменьшились в размерах, повлияв на уровень мирового океана. Даже по самым оптимистичным прогнозам, к 2100 году уровень моря поднимется на 44 сантиметра. Не очень большие цифры, но активно прибывающая вода постепенно затопит прибрежные регионы, изменив ландшафт до неузнаваемости. Кто знает, возможно, именно так когда-то исчезла Атлантида. При худшем развитии событий уровень моря может подняться на метр. Это не только заставит людей переселиться подальше от побережья, но и уничтожит целые островные государства. Уже сейчас некоторые страны страдают от постоянных наводнений, усложняющих жизнь населения и вынуждающих людей покидать их дома. Рост температуры и уровня моря повлияют на климат всего земного шара. Если кратко, то в дождливых регионах выпадет еще больше осадков, а пустыни могут стать еще засушливее. Но может случиться и обратное.
Ученые не исключают, что пустыня Сахара превратится в цветущую долину полную жизнь. Согласно общим прогнозам, количество осадков возрастет повсеместно. Дожди принесут с собой бури, которые будут способствовать формированию циклонов. А как известно, циклоны являются движущей силой ураганов и тайфунов. Они, как и другие катаклизмы, усилятся и станут возникать гораздо чаще. Изменение погоды и климата повлияет на облик нашей планеты. Конечно, это произойдет не за один день, однако всего через сотню-другую лет Антарктида может стать обитаемой, а побережье Северной и Южной Америки опустится на морское дно. Если верить прогнозу НАСА, Западная Европа и Африка примут на себя основную тяжесть теплового удара. Средиземноморским странам, Испании, Италии и Португалии стоит подготовиться к сильнейшему зною и редким осадкам. Скорее всего, это приведет к засухам и аномальной жаре, не характерной для этих мест. Кстати, совсем недавно планета уже перенесла подобные невзгоды. Зимой даже в северных странах погода больше напоминала летнюю и порой даже била температурные рекорды. Представьте удивление британцев, которые в октябре страдали от 30-градусной жары. Засухи также станут огромной проблемой. Если сегодня мы привыкли думать о засухе как о длительном периоде без дождей, то в следующем столетии во многих областях жара просто испарит воду с поверхности Земли, оставляя ее сухой и бесплодной. Дожди, которые будут изредка случаться, не смогут изменить ситуацию, ведь из-за тепла вода будет испаряться снова и снова. Кстати, о высокой влажности. Из-за сильной жары снегопады во многих регионах сменятся ливнями. Это не только превратит деревню Санта-Клауса в мрачное и мокрое место, но и снова поднимет уровень мирового океана. Но снег очень важен для многих регионов планеты. К примеру, горный хребет Сьерра-Невада покрыт толстым слоем снега, который при летнем таянии образует множество ручьев, питающих водоемы Калифорнии. Если снега не будет, весь штат лишится одного из основных источников воды. Наконец, жара усугубит погодные катаклизмы. Они будут еще опаснее. Грозовые ливни станут сильнее, засухи продолжительнее и губительнее для природы. Кроме того, они будут случаться гораздо чаще. Если точнее, в 10 раз чаще. В 22 веке зонтик перестанет быть простым аксессуаром, превратившись в предмет ежедневной необходимости. Единственный способ предотвратить такое развитие событий – сократить выбросы углекислого газа. Действовать нужно прямо сейчас. Спешу вас успокоить. Даже если люди продолжат загрязнять атмосферу, планета сможет приспособиться к новым обстоятельствам. Как мы выяснили, подобное происходило не раз, но Земля смогла это пережить. Однако людям предстоит адаптироваться и изменить привычный уклад жизни. Сейчас же успокаивает то, что человечество способно выжить даже в самых суровых условиях. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.